trying to say I...
Radio.com. Gonna lower my IQ, and I've been the same way since high school.
Доброго времени суток, дамы и господа, приветствую вас на Авито Капе, полуфинал по Лиге Легенд, где встретятся команды Feeders First и Spin to Win. Напомню, что группы закончились у нас буквально вчера. Первое место заняла команда Avito Enjoyers, второе место заняла команда непосредственно Spin to Win, третье место Feeders First и четвертое место NGT, если я правильно прочитал название команд. Соответственно, тот, кто победит в этой BO3 серии, пройдет в финал, где встретится с победителем противостояния Avito Enjoyers против NGT. Для вас эту встречу будет комментировать я, Артем Берест, и надеюсь, что это будет бомба. В групповой стадии Feeders First у Spin to Win проиграли. Соответственно, благодаря чему Spin to Win второе место заняли в группе. Поэтому можно сказать, что Spin to Win в данном противостоянии фавориты. Но, вполне возможно, что команда Feeders First немножечко подрасслабилась после этой своей победы, а Spin to Win, наоборот, больше подготовились к оппоненту и тем самым покажут нам свои заготовочки. Но что это за Avito Cup, спросите вы? Avito Cup, Кибер Cup 2024, это ежегодный турнир, который проводится для всех сотрудников Авито. В этом году у нас 5 киберспортивных дисциплин, 4 командные, это Dota, CS, Лига Легенд и Valorant, а также одна индивидуальная, это Hearthstone Battlegrounds. Лучшие игроки сразятся в офлайн формате в одной из лучших киберспортивных арен страны за титул чемпионов Авито. Кроме того, победители будут представлять компанию на LCB 2014 осеннем сезоне. Но что же это за Авито? Возможно, у вас также появится вопрос, хотя если вы на этой трансляции, вполне возможно, что вы болеете за своих, собственно, друзей, родственников и просто знакомых, и поддерживаете их в этом противостоянии, тем самым зная, где они работают, но все же скажу, что Авито — это лидирующая онлайн-платформа для коммерции в России. Вот уже более 15 лет Авито растет и развивается, помогая миллионам людей совершать выгодные сделки по всей стране. И пока вот эту вот небольшое количество информации я вам зачитывал. Пики-то уже дошли до второй стадии банов. Поэтому без каких-либо промедлений будем переноситься к ним. И вот, дамы и господа, на ваших экранах то, что напикали команды за последние буквально 3 минуты. В бан от команды Feeders First... собственно, Spin to Win команда выбрала для себя красную сторону. И, как мы видим, в банах у нас неплохо прошлись по лесу и топу команды Spin to Win. Это Амуму, Йорик и Зак. А также Spin to Win ответили также лесниками и чуть-чуть зацепили саппорта Браума. Это Виега и Джерван, помимо Браума. Первый пик сразу же Feeders First забрали для себя достаточно сейвового персонажа на топ-лейн. Это Орн. В ответ залетел Шен. Из интересного в команде Spin to Win есть игрок с ником Шин. Не исключено, что он будет играть на Шине. Тоже достаточно сейвовый топ-лейнер. В принципе, матчап такой скилл-бейст в какой-то степени, но что одному персонажу, что второму друг друга будет убить достаточно сложно. Также залетает Милио на подсейв, и в ответ после этого улетает у нас Смолдер и Трэш для ботлейна команды Feeders First. Смолдера, насколько я помню, еще недостаточно сильно понерфили, поэтому персонаж достаточно хорош в нынешней мете. Ну, а вот Джинкс залетает к Милио третьим пиком команды Spin to Win, и это достаточно сильная связка, которую показывали еще на выходе персонажа Милио, благодаря тому, что Милио бустил рейндж Джинксы, у которой и так благодаря своей кушке достаточно большой он, тем самым очень хороший паук на линии, очень сейвово Джинкс себя чувствует в тимфайтах, тем более, что Шен сверху присутствует, убить керри команды Spin to Win будет достаточно сложно. После этого началась вторая стадия банов, забанила команда Feeders First Ариану и Ноктюрна. В принципе, обе команды лесника, хотела сказать, не открыли, но там дальше произошла какая-то интересная ситуация. И непосредственно мидера. Команда же Spin to Win забанила к Синжао. И Векс, которая достаточно хорошо контрит
всякие влеты, а также сама влететь очень сильно любит, и тем самым в какой-то степени обезопасили Джинкс от посадки очень грустного Йордла на нее. Во второй стадии пиков у нас забирается Маокай, весьма хороший контроль карты, контроль объектов, благодаря своим саплингам инициация, контринициация, все, что нужно, этот персонаж выдает для своей команды, а в ответ залетает Гвен и Ари. Ну, Ари я понять могу, все-таки в какой-то степени роль в Векс, можно сказать, выполняет, и рывки останавливает своим чармом, и инициация неплохая, есть три рывка у самой в своем ките, но вот пик Гвен... У меня, честно говоря, немножечко вопросы вызывает. Возможно, я немножечко отстал от меты. Но... Что Гвен, что Орна в лесу, я, честно говоря, не припомню. Ну, ладно. Гвен в лес ходила, благодаря тому, что этот персонаж имеет достаточно хорошую зачистку. И как АП... Лесник в АД-линии, она бралась на разгон. Собственно, когда команды понимали, что они, во-первых, не сильно хотят драться на линиях в начале, во-вторых, в целом линии достаточно сильные, поэтому можно взять в лес какого-нибудь гиперкея, типа Гвен Картус, которая после там 2-3 слотов засолоболит игру. Но у команды Feeders First что топ, что мид АП-персонажи. На ботлейне я бы не сказал, что будет много урона в начале игры. У Гвен никакого контроля нет. Соответственно, возникает вопрос, как Feeders First собираются отыгрывать раннюю стадию. Да, можно сказать, что Орн, что Гвен, что Ария с трэшом... О, боже, Ария говорю. Что Смолдер с трэшом достаточно сейвовые линии, которых достаточно тяжело загангать, несмотря на наличие Маукая во вражеской команде. Но Все-таки прям настолько сильно раннюю стадию отдавать как будто бы не хочется. Да, если Feeders First доживут до лейта, команде Spin to Win будет тяжело. Будет объективно тяжело, несмотря на то, что есть Шен на спасение Джинксы. Потому что если вдруг на Джинкс в секунду прилета барана Торна сядут Гвен и Ари, сомневаюсь, что все, что есть в ките команды Spin to Win, ее спасет. Вот, поэтому я немножечко скептически отношусь к пику команды Feeders First. Но все-таки интересно будет посмотреть на реализацию. Это тоже немаловажно. У команды же Spin to Win пик более сбалансированный относительно лесника мидлейнера. Потому что Леблан, что Маукай очень любят раннюю агрессию. Буквально ЛБ может с уровня 2-3 уже садиться... Не то что на вражеского мидера, еще и на вражеского лесника заходить к нему в лес и напрягать. Маукай, благодаря своим саплингам, хорошо просвечивает кустики кемпы. И у ЛБ плюс Маукая может быть просто цепочка контроля уровня флэш W Маукай, цепь Лебланк, подбрасывание Маукая, и цепь прокается, как бы человек стоит на месте 5 секунд, все это время его бьют автоатаками, в него накидывают еще какие-то скиллы сверху. Еще у ЛБ есть прыжочек сверху своего скачка, поэтому... Мне кажется, что мидлейн команды Feeder First должен очень-очень пассивно прям сейвово играть, иначе это будет 0-4, а то и 0-8. Ну ладно, 0-8, наверное, может, немножечко перегнул, но будет тяжело. Потому что, повторюсь, ну как бы один заход, выбили флеш, второй заход, смерть, третий заход, смерть, четвертый заход, смерть, и так до шестого уровня. Не очень прикольно. По ботлейну сказать что-то достаточно сложно. Мне кажется, что ботлейн, что топлейн у обеих команд достаточно сейвовый. Да, есть паук. Да, есть потенциал разыгрывать какие-то драки. Но мид, мне кажется, для команды Spin to Win намного более сладкий. Намного более такой приоритетный. Поэтому сфокусироваться должны на нем. Ну и Гвен из лесу выгнать тоже за милую душу. Вообще как... Ну, не как конфетку у ребенка отобрать, конечно, потрудиться придется, но результат может, как говорится, удивить. Потому что если Гвен выкинуть назад вместе с Ари, то у команды Feeders First дожить до лейта будет практически невозможно. Особенно если Spin to Win будут грамотно забирать нейтральные объекты, что личинок, что драконов.
целом, про пик я немножечко поговорил, про линии поговорил. Сложно мне что-то сказать по игрокам, к сожалению, я не видел ни одной игры предыдущей стадии. Было бы, конечно, очень интересно посмотреть хотя бы скриншотик до-после матча. Хотя, кстати, может, смогу посмотреть, а ну-ка. Feeders First против Spin to Win. Да, у меня есть пики, у меня есть пики. Ага, ага. Получается, Spin to Win в прошлой игре также были на красной стороне. Feeders First им банили LeBlanc. И отдали Зака и Орна. Вот, соответственно, можно сказать, что в этот раз Feeders First забрали топ-лейнера у оппонента. Ну и забанили Зака. Видимо, Зак очень много проблем доставил. Я даже могу посмотреть итог игры. Да, достаточно односторонняя игра была. 23-6 закончилась в пользу команды Spin to Win. К сожалению, не могу вам на стриме показать, так сказать, картиночки с итогами. Но немножечко проговорю. У команды Feeders First пик был интересный. Это получается Наутилус лесной был или это Зайра лесная? Это Зайра лесная. Лесная Зайра, Мисс Фортуна плюс Наутилус. На ботлейне Синдра на миду и Мордекайзер в верхней части карты. Мне кажется, что в той игре, как и в этой, была у них проблема с дисбалансом АП урона. Все-таки хочется 2-2 иметь соотношение АД АП персонажей. Вот, тем более, что Мисс Фортуна все-таки... Нет, ну она может, конечно, идти в скорость атаки. Тем более, что в этой игре она это и делала. Но порой на Мисс Фортуне хочется просто побыть с леталити билдом, нажать кнопку R в тимфайте, срезать вражескую команду и пойти игру закончить. Конечно, против Зака Орна ты обязан на Мисс Фортуне в этом пике брать атак спид билд, но все-таки персонаж как будто бы немножечко не об этом. Посмотрим, все-таки Смолдер должен лучше справляться с ролью вот такого вот АДшника, который стреляет. Вот, и я так понимаю, что в целом на ботлейне удавалось много убивать Милио, но при этом у Джинксы особых проблем не было. Да, она не расформилась так хорошо, как мидлейнер. Мидлейнер прям ходил, убивал. Но, тем не менее, Джинкс себя чувствовала по игре неплохо. Как и топ-лейнер команды Spin to Win. Но, как говорится, хватит о предыдущих играх. Все-таки у команд было много времени переподготовиться, пересобрать свою тактику, стратегию, что-то там передумать. И совсем скоро на ваших экранах, дамы и господа, появится игра, потому что начинается уже загрузка. Ну что ж, дамы и господа, буквально две секундочки для того, чтобы я мог настроить панель. И вот они, слева направо, получается, на топ-лейне в команде Feeders First у нас играет сэр Михаил на Орне. В лесу у нас Гвен в исполнении Буллинг Терьера. На мидлейне у нас Азазел. И на бутлейне на Смолдере Ретуш Кровью и Ларсик на Трэше. В команде же Spin to Win на топлейне на Шене играет Рэклас Синер. Шин у нас не на Шене внезапно, а на саппорте. То есть Милео. Кстати, Шин никнейм какой-то знакомый. У меня как будто бы то ли на МСКЛ игрок играл, то ли вообще в ЛЧБ я его видел. Вот, но, к сожалению, точно не вспомню, поэтому продолжу с представлением игроков. Осутан играет, извиняюсь, если неправильно поставил ударение, на Маукае.
Lover of Speed на LeBlanc и Pink V на Jinx. Без каких-либо инвейдов у нас начинается игра, оба лесника стартуют со своих красных бафов, что достаточно интересно, потому что Гвен заходить в топ как будто бы не сильно и хочется. Хочется немножечко подсейвить свой ботлейн, потому что, ну, Маукай туда придет. Маукай будет пытаться собрать дань. В идеале два убийства с оппонента. Но посмотрим, посмотрим. Все-таки еще зависит от того, насколько будут поукать друг друга персонажа. Как мы видим, Лебланк уже начинает пробивать Ари. Хочет как можно сильнее уменьшить здоровье оппонента до прихода Маукая в сторону центра карты. На ботлейне пока что красная команда также давит. Второй уровень берет раньше мидлейнер команды красных. И, как мы видим, Ари уже под башней. Если получится баунсбэкнуть рано эту пачку, и какой хороший прокаст залетает, сбивает молнию, буквально без здоровья оставляет Ари. Если сейчас баунсбэк получится, а он не получился. Ошибка. Ошибка немножечко от мидлейнера команды красных, потому что придется еще одну пачку пытаться разбивать в не совсем хорошей позиции. Маукай теперь зайти не сможет, он будет вынужден уйти в верхнюю часть карты. Ой, извиняюсь, нижнюю часть карты. Сомневаюсь, конечно, что он прям хотел заходить так рано, но, как мы видим, очень мало здоровья. Азазель — это первая кровь для Лебланк. Отличный прокаст. Несмотря на то, что словила под башней чарм, урона у ЛБ хватило, потому что все кнопки были прожаты за момент полета сердечка в нее. Игнайт также пригодился для ЛБ. Отличная реализация выбранной самонерки. Да, благодаря телепорту у Ари она сильно много не потеряет. Вот эту вот огромную полуторную пачку. Но, тем не менее, первое убийство для ЛБ есть. Отличный ресет получает также мидлейнер команды красных. Как мы видим, отошла ЛБ в безопасность. Спокойненько бэкается. Также Шен для себя заработал чит-ресет, так называемый. Разбил первые пачки. Возвращается, скорее всего, даже с телепортом на линию. И будет стоять против Орна без предметов. Но, с другой стороны, да нет, пешком бежит Шен. Но, с другой стороны, Орн — это все-таки персонаж, которому и не так сильно нужно на базу возвращаться. Он может предметы себе буквально крафтить на линии. Поэтому против этого персонажа это преимущество не такое сильное. Тем временем, в нижней части карты у нас происходит достаточно умеренная игра. Линия чуть-чуть баунсбэкается в сторону красных. Маукай тут как тут, но понимает, что зайти вряд ли получится. Скорость зачистки чуть-чуть быстрее все-таки была у Гвен. Маукай только-только возвращается на базу. Гвен уже бежит с нее. И, кстати говоря, если у нее сейчас получится зайти на ботлейн и на вот этой вот баунсбэкнутой пачечке убить оппонентов благодаря инициации трэша, это достаточно сильно откинуло бы Джинкс, но, как мы видим, Гвен пошла фармить. Тоже хорошее решение, все-таки никто пока что этого персонажа не напрягает. В лес к ней не лезут. Пофармить Гвен любит, и, скорее всего, мы ее увидим в игре уже после первого предмета. Тем временем у нас встает дракон. Через минуту будут личинки бездны. Маукай пока что находится в верхней части карты. И, как мы видим, кстати говоря, Гвен вполне может этих самых личинок и забрать. Потому что уже на два кемпа, можно сказать, обгоняет она Маукая. И трэш. Кстати, интересный бэк сделал. Оставил Смолдера одного на линии. Но при этом он бежит к личинкам. Маукай забрал только верхний лес, нижний лес не бежит. Видимо, хотят законтестить, увидеть сейчас Гвен. Так, Гвен начинает работать по Маукаю, но пятый уровень пока что не совсем то, чего хочется делать. Шен тем временем и пытается задуэлить Орна, пробивает его достаточно хорошо. Есть еще третий удар у Орна, получается. Получает Орн шестой уровень, шестым уровнем можно и Шена убить. Если Шен сейчас подойдет на автуху, Шен не ловит автуху, хорошо. Но при этом стакнул меч. Вторым ударом попал не по нему. Орн без здоровья, нужно возвращаться на базу, чтобы прилететь на ТП на драку, потому что, ну, ваншотнет его, ловят ЛБ, но это не совсем та цель, по которой хочется играть. Маукай полетел, очень много урона по Гвен, в секунду буквально ее убивает, Шен нажимает ультимейт на свою ЛБ, прилетает, дает Е в трэша, но трэш нажимает
Скачок. Еще и Йорн подставляется. 1 в 4. Буквально отсюда он уйти никак не должен. Есть у него, правда, флеш. Замедление от Шена. Свыша играет ЛБ. Выбивает флеш из Орна. Но Шен играть дальше не решился. Видимо, не было у него еще Ешки. И, тем не менее, выигрывают файт на личинках бездны команда красных. Забирают для себя них. Их забирают Гвен. Также выбивает скачок из Орна. И пока что игра выглядит достаточно односторонне. Да, всего 1000 преимущества. Всего один нейтральный объект на 7-й минуте. Но очень уверенно держится команда красных. Гвен тем временем перебежала, очень быстро переместилась на дракона. Хочет разменяться объектами. И на самом-то деле у нее это даже должно получиться. Потому что ЛБ и Маукай не спешат на взятие дракона. Никто Гвен особо не помогает, только трэш стоит, видимо, на случай прихода оппонента кинуть фонарь. Да, кидается фонарь, дракон забирается, Гвен спокойно выходит в безопасность. Отыграли хотя бы нейтральный объект. Команда синих уже чуть-чуть получше себя ощущают. Но и стоит напомнить, что время-то все-таки играет на них. Все те возможности, которые они реализовывают, команда красных, они как бы идут в копилочку команды синих, потому что лейт у них намного-намного лучше. Ари как будто бы посмотрела в сторону нижней линии, но возвращается обратно на базу, на мид, потому что ну сложно зайти к Джинкс плюс Милио, все самонерки есть, еще Джинкс с барьером. На топ-лейне у нас отличная реализация Шеном своих способностей. Если бы сейчас попал Кушка, и можно было бы даже убить. Но, к сожалению, для него Орн успел отойти от меча ниндзя. Ой-ой, какой близкий хук сейчас залетел от Рыша. Если бы за пяточку удалось зацепить Джинкс, можно было попробовать бы разыграть, повыбивать хотя бы какие-то ресурсы. Не достает Шен. Пытается пробить Орна хотя бы немножечко. Орн на развороте подбрасывает Шена, но Орна уже не осталось маны, практически нету здоровья. Если Шен удачно попадет Ешкой, вполне возможно, что Орн за это умрет. Попадает Чарма Мари, дает небольшой прокаст, сбивает половину здоровья мидлейнеру оппонента, и это достаточно крупная победа для мидлейнера команды синих, потому что тяжело стоять против ЛБ с полным здоровьем. ЛБ летит снова, в этот раз уворачивается от Чарма. И теперь ситуация хуже для оппонента, а тут еще Маукай. А Маукай с флешом. А можно разыграть. Слыша играет, влетит в Ари, нету у Ари никаких возможностей спастись, потому что маны на ультимейт не было, пришлось нажимать флеш, еще и Шен прилетает в мидлейн на подсейв своей ЛБ, и это еще одно убийство для мидлейнера команды красных. Очень-очень тяжело. Тяжелая ситуация у Ари, не совсем понятно, как в игру возвращаться, как вообще себя здесь находить. Буквально сейчас Ари превратится в персонажа Чармера. То есть ее задача будет просто попасть чармом и надеяться, что команда что-то с этим сделает. А Орн тут хочет задуэлить Шена. Шен, в принципе, не против с ним подраться. Пробивает Орна достаточно хорошо. Чуть-чуть фейлит Кушечку, но... Ну да, нужно выходить, потому что пассивка сбросила, хотя Шен идет дальше. Пассивка все-таки не сбросилась. Пробивает Сара Михаила очень хорошо. Но слишком далек. Слишком далек таунт, поэтому отпустил оппонента. Мог, конечно, Слуша пытаться доигрывать через еще одну пробитую кушку, протянутую через оппонента. Но решил ресурс, такой важный, как флэш, не тратить. Особенно в преддверии личинок. Напомню, что после 5 личинок бездны, после автоатак команды, персонажей команды начинается очень неприятно башням, а тут очень хорошо ловят ЛБ, можно попытаться ее разыграть. Второй прок ультимейта пошел, нужно попасть Кушка, и попадает Гвен, получает для себя убийство, конец даже серии убийств. Маукай ничего не может сделать, потому что он здесь один, летит ракета, правда ракета летит мимо.
Не попадает она в Гвен, и команда синих огрызается. Команда синих огрызается, находит мидлейнера оппонента, может даже забрать личинок бездны, но понимает Буллинг Терьер, что без здоровья делать это опасно. Саппорт рядом, Шен также здесь, еще и непонятно, смещаться ли будет Джинкс или нет. Хорошо Шен словил таймер, буквально за доли секунды до того, как прокнул бы Кухан, пассивка у Орна. Еще и потом задоджил W хорошо своей Ешкой. Хорошие трейды показывает Шен, но, как мы видим, этого пока что не хватает, чтобы убивать оппонента. Леблан возродилась, забирает пачку на миду, Ари ресетается, Гвен с трэшом слишком поздно на объекте, и боюсь, что не успеют они... Хотя подождите-ка, Амилия убэкнулась, а здесь телепорт от Ари. 4 в 3 сейчас будет драка на личинках. Не хотят отдавать пятую. Пошел ультимейт от Орна. Ари пробивает ее, подброс только по одному Маукаю. Шен без здоровья должен умирать здесь. Нет, выживает. Ловится экзост, но выфлешивается очень хорошо. Маукай отдает себя, чтобы Шен убежал. Размен 1 в 1. Пятая личинка бездны для команды красных есть. Поэтому в целом, учитывая то, что они дрались 4 в 3, можно сказать, что это победа для них. Да, дали еще одну серию убийств. Забрали только Орна. Не совсем та цель, которую хотелось бы отдалять от своих пауэрспайков. Так, а у нас тут Джинкс. Пытается пробить ретушь кровью. Получается это достаточно неплохо. К сожалению, промазала своей W. В этот раз, кстати, попадает. Можно дальше поиграть ретушь кровью. Ультимейт Джинкс выбивает барьер, благодаря чему Смолдер выживает. Но вынужден возвращаться на базу, тем самым отдается дракон команде красных. Но с другой стороны Гвен бежит. Гвен бежит, Маукай не очень сильно быстро забирает этот объект. Джинкс, конечно, подошла. Ну да, трэш нажимает бэк. Дракона второго контестить команда синих не будет. Лейнфаза, конечно же, уже подходит к концу, но под ее конец дракон неплохое приобретение морской. Даст чуть-чуть сустейна, что мидлейнеру. Уй-ой, как доджит, а это можно и смерть сделать вражескому мидлейнеру. Выбивает ультимейт, выбивает практически все, но с Игнайта не догорает Азазель. Буквально одной автухи не хватило Лебланк, но с другой стороны оставаться было опасно, потому что таверхитов наловило уже много. Но тем не менее, пластиночка есть до 14 минуты, до их падения. Какой-то процент денег получен. Ну и плюс 30 миньонов, конечно же, на центральной линии очень сильно чувствуется. И буду чувствоваться дальше по игре. Первый предмет купит для себя сейчас ЛБ. Со сапогом на пробой это очень-очень неприятно сейчас будет Ари. Вопрос, успеет ли откатиться ультимативная способность у мидлейнера команды синих. Скорее всего нет до прихода ЛБ и попытки еще одной убить Ари. Вот это вот постоянный вопрос, который, скорее всего, возникает в голове мидлейнера команды синих, это когда давать чарм? С одной стороны, хочется дать сразу, как будто бы на реакцию, чтобы словить ЛБ до того, как она нажмет уход на, так сказать, обратно. С другой стороны, если ты слишком рано нажмешь и промажешь, как это было в прошлый раз, у ЛБ полный карт-бланш на то, чтобы продолжать агрессию. Так, ЛБ двойной прыжок делает, цепляет трэша цепью, есть обездвиживание, ловит на развороте хук. Но дальше продолжения никакого не будет. Неплохая попытка выйти на ботлейн, но слишком далеко были друг от друга команды, поэтому не удалось прям хорошо подцепить. Этим временем Шен продолжает напрягать Орна. Правда, к нему заходят гости. Гости заходят с двух сторон, поэтому нужно жить. Шену не ловить кушку. Нет, Шен умирает в итоге с прокаста. Но пытался Маукай посмотреть на Орна. Подумал, что сможет его убить. Но понял в последний момент, что, наверное, лучше не лезть. А Орн сам лезет на Маукая. Маукай может развернуться, потому что ЛБ здесь. Много урона можно вкинуть по Гвен. Буквально взрывает ее в секунду. Выфлешивается от чарма Маукай. Не ловит весь прокаст Тари. ЛБ не хочет играть по Маукаю. Извиняюсь, по Орну. Но один в один в итоге размен. Немножечко заоверэкстендила команда синих. Потерял.
Ракета залетает от Джинксы. Отлично угадала, где будет бэкаться Орн. Получает для себя достаточно важное убийство стрелок команды красных и выходит вперед еще больше. Так, а тут у нас инициация по Милю. Милю очень много здоровья потерял. Прилетела мама, вылетел барьер. Экзост также был прожат, но лечение от Шина спасает ситуацию и как бы не умирает здесь Милю. ЛБ попыталась быкануть на Айри, но Айри в ответ неплохо закинула кушку, много урона снесла. ЛБ два прыжка делает, Игнайт флэш, отличный розыгрыш от мидлейнера. Команда красных еще одно убийство получает для себя этот игрок. Джинкс пытается отстреливаться. Здесь есть Гвен, здесь есть Хук, играет по миллиону. Есть Шен с ультимативной способностью, который спасает день. Можно еще Ешкой подцепить, но не дотягивается немножечко. Топ-лейнер красной команды уходит отсюда. Буллинг-терьер. Хотя без своей W мог очень много получать по попе от Джинксы плюс Шена. Но не получается ничего и найти команде синих. Еще и первая вышка сейчас будет падать. Нажимает ультимативную способность на миньонов Гвен. Но может за это поплатиться. Джинкс идет вперед. Шен также рядом. Должна здесь умирать Гвен. Убийство для себя получает пинг Ви. Плюс вышка, плюс 30 миньонов. И эту Джинкс будет очень тяжело останавливать. Тем более под Шеном. Ой-ой, как зацепил краешком буквально. Таунта пробивает очень хорошо. Уорна идет дальше. Шен выбивает из него Е. Не чувствует себя просто отлично. Чуть-чуть не дотянулся. Еще и словит W на развороте. Но, как мы видим, уже не особо чувствует урон от своего оппонента Шен. Есть сияние пустоты. Против как раз-таки магического урона Уорна. Шена будет убить также очень тяжело. Как мы видим, у него всего одна смерть, и то... Когда Гвен зашла его гангать, чистым уроном прирезала, не успел Шен задоджить. Хотя у него был флэш. Тем временем у нас Герольд Бездны и Дракон появились на карте. Душу раннюю командам получить ни одной, ни второй не получится, но команде красных было бы хорошо забрать Герольда. Так, Джинкс подловили. Идет инициация, очень много урона по ней залетает, прилетает мам, но на развороте Джинкс пытается ретушь крови пробить ультимативную способность, блочит трэш, еще и на всякий случай флешается Смолдер. И, казалось бы, хорошая инициация от ботлайна синей команды превращается в дизастер и потерю дракона без какого-либо контеста. Хорошая инициация находит трэш, но как мы видим, с Шеном все-таки инициировать достаточно сложно, в смысле против Шена. И пока что не получается найти себя в этой игре команде Feeders First. Гвен тем временем, правда, пытается по крысичам забрать Герольда. Маукай тем временем ушел вместе с ЛБ в нижнюю часть карты, и это, видимо, ошибка, которая, результатом которым будет потеря. Ой-ой-ой, Смолдер не улетает, ловит обездвиживание, барьер не спасает. И фонарь трэша лежал совсем рядом, буквально шажочек нужно было сделать, чтобы его достать, но, к сожалению, цепь Лебланк, а также W Джинкс не дали возможности вражескому АДК это сделать. Герольда Бездны успевает забрать для себя Гвен. Встал у нас уже барон на шор. Джинкс может пройти дальше, только трэш дефает мидлейн, но нет об этом информации, нет понимания, где Ари, где Гвен. Вот только сейчас Ари появилась на линии на карте команды красных. И в целом не хочет рисковать Джинкс, хочет добрать для себя грань бесконечности. Возможно, еще сверху что-нибудь купить. И в верхнюю часть карты бегут с двумя предметами, уже вполне можно пробить. Дешора. Lover of Speed промахивается ультимативной цепью, попадает точнее в миньона, тем самым, точнее благодаря чему Ари в итоге выживает, но как мы видели, если бы не эта маленькая оплошность, умер бы вражеский мидлейнер буквально в секунду. Что с этим делать, непонятно. Герольд Бездны позволяет открыть мидлейн.
Бонус за объекты также получен. Но уже смотрите, какая ракета залетает по Смолдеру. Очень неприятно в вражеском мотокере только что было. И нужно что-то придумывать. Нужно что-то придумывать команде красных. Нельзя затягивать игру. Конечно, есть преимущество в 5000, что для 20-й минуты весьма ощутимое. Два дракона также как бы не дают команде оппонента расслабиться. Потому что еще два, и это уже душа. А душа у нас каменная. Горная, так сказать. И под горной душой трэшом Эмилио, Джинкс и ЛБ будет убить, мне кажется, трэшом говорю, Шеном, убить будет практически невозможно. Сместила все-таки ботлейн команды красных на топ. Хотят открыть последнюю Т1 вышку. После этого можно было бы забрать на Шора, но как будто бы перед этим хотелось бы кого-нибудь убить. Например, Орна. Как мы видим, Джинкс пробивает его не так, чтобы идеально, но достаточно неплохо. Есть ускорение, но почему-то они бегут дальше. Нет, все-таки начинают стрелять. Есть инициация. Находят также Гвен в кустах. На цепи Гвен не садится, но Орн здесь должен уже умирать. Есть ли разгон для Джинкс? Есть разгон для Джинкс. Можно идти дальше. Умирает также Гвен. Получится ли хоть кого-то еще зацепить, или все-таки это будет на Шор? Бегут, бегут все-таки на Нашора, есть кол. Хотят забрать, есть Шен с ультимейтом на ботлейне, который также пушит башню Т2 на боте. Начинает падать объект, самый главный в этой игре, не считая Элдер Дракона, который появится через минут 10-15 в лучшем случае. Шен под 5 личинками также достаточно эффективно сносит Т2 на ботлейне, несмотря на то, что Шен как персонаж не особо хорошо с этим справляется. Барон Нашор падает. 8000 преимуществ у команды красных есть, и как будто бы можно идти буквально игру заканчивать. Докупает для себя еще пробой брони Джинкс. Предсмертный шепот. Все-таки не понравилось ей, как долго жил Орн, хотелось бы побыстрее его сносить. И боюсь, что для Орна это неприятная новость. 40 секунд для дракона, потенциально третьего для команды красных. Но мне, честно говоря, кажется, что можно уже буквально идти упарываться в башню. Потому что, ну, нечем команде синих сейчас отвечать ни на ЛБ, ни на Джинкс под Шеном. Блин, как прикольный крабик отлетел. ЛБ, правда, кстати говоря, немножечко загуляла. Без телепорта, напомню, мидлейнер команды красных. Можно ее сейчас попробовать. Ну, подцепить ЛБ, конечно, дело такое. Хотя она ошибается, прыгает с Молдера. На развороте по ней играет Гвен. И как хорошо нажат флеш. Как хорошо нажат флеш, и как не повезло Гвен с проком кушки и ультимейта. Ари тем временем ловит большое количество контроля. Еще и флешается в нее Маукай, но немножечко не договорились. Не договорились, также мерки спасают мидлейнера команды синих. Если мне было мерок, боюсь, в этой ситуации она бы откинула копыта. Падают боковые Т2 вышки у команды синих. Красные особо не спешат игру заканчивать, хотят более так по учебнику сыграть. Забрали нейтральный объект, забрали вышки на соседних, так сказать, линиях. Барон Баф держаться еще будет. Тук-тук-тук. Ну, еще где-то полминутки. Секунд 40. Тем временем можно подойти к Джинкс. Спушить Т2 также на мидлейне. И там уже со следующим бароном вскрывать и душой горной вскрывать базу. Но, тем не менее, осада продолжается, несмотря на то, что барон баф уже практически выветрился. Осталось секунд 10 буквально. Команда красных осаждает мид. ЛБ пытается найти какой-нибудь пик. Джинкс своими ракетами стреляет по башням. Вся команда синих находится под своей Т2, но спасти ее вряд ли удастся.
Ой, какой хороший подброс. ЛБ находит инициацию, но не допрыгивает до ретуша кровью. Тем не менее, прогоняет вражеского АДшника. Без здоровья остается тот. Нельзя сейчас драться. Есть разгон у Джинкс. Цепляет Азазеля, но слишком далеко это Ари. И ультимейт у нее также присутствует. С пачкой без барон бафа разбирается команда синих достаточно быстро. Но есть Шен на сайд-линии, на которого тоже нужно отвечать. Ой-ой, ракета пошла! И пытается доиграть по трэшу, вынужден нажимать тот флеш, чтобы выжить в этой ситуации. На это 3 также заходит команда красных. Инициация по Орну, но нужно добить башню. Есть ультимейт от Орна. Добить башню, получить ускорение. Есть башня, Джинкс начинает настреливать на развороте. Не совсем та цель, по которой вы играете. Маукай живет, а вот команда синих не живет, потому что уже второй игрок умирает. И остается всего 3 без здоровья практически игрока. Смолдер без хп, но цепляют хорошо. Джинкс, нужен ультимейт Шена. Есть ультимейт, точнее есть барьер. Ультимейт Шена нажимался ранее, но Джинкс тем не менее экзекьютится от, собственно, пассивки Смолдера. Настакал он ее хоть немножечко. Хорошо сбивает рывок Ария Маукай своей кушкой. И в итоге 4 игрока команды красных с квадрокиллом у ЛБ идут заканчивать игру. Есть 10 секунд. До Гвен есть башня, в скобочках, катапульта, которая умирает, крипов нету, нужно уходить отсюда команде красных, не заигрываться, не отдавать преимущество. ЛБ отдает преимущество, Смолдер забирает еще одно убийство для себя, это две серии убийств, буквально 1500-2 сейчас лутанул Смолдер. Третий предмет для себя докупил, но хватит ли этого? Хватит ли этого? Мид упал, Т4 целы. Смолдер получил 2 экзекьюта на свой счет. Но преимущество команды красных все еще 11 тысяч. А тут еще и Шин загулял. Не уйдет он отсюда никуда. К сожалению для него, буллинг-терьер забирает убийство. Немножечко подрасслабились, как будто бы под конец. Заигрались, я бы так это назвал, команда красных. И поэтому вынуждены сейчас немножечко остыть. Особенно учитывая, что Дамилио 30 секунд. Без вардов на объект заходить опасно, могут подцепить. Смолдер, как мы видим, уже урона наносит достаточно много. Есть Ария с прицелом, что также повышает урон Смолдера. Секунд до Шора. 10 секунд до Шина. И... несложно спрогнозировать, какой сейчас будет путь у команды красных. Правда, не совсем понятно, почему Джинкс с ЛБ сейчас находится в нижней части карты. Туда должен был бы пойти Шен. Тем более, что у него есть телепорт, уже есть ультимейт. Видимо, не сильно смотрят на Нашора красные. Хотят сначала забрать дракона, потом Нашора. Ну и в целом понятно, почему хотела ЛБ тогда убить Смолдера, потому что пента была на кону. Хотелось очень получить ее, но, к сожалению, для ЛБ задумка не удалась. Да, действительно, сначала хотят дракона забрать команда красных, находятся в полном составе здесь. Азазель вынужден нажимать телепорт, чтобы спасти топ-сайт. Бежит теперь обратно, дракон умирает, и сейчас команда красных будет пытаться как догнать оппонента. Есть, выбили ультимейт из буллинг-терьера. Будет пытаться подхватить Маукай, подхватил Орна. Орн здесь никуда не уйдет. Несмотря на то, что достаточно толстый этот персонаж. Ракета какая залетает! Еще и Шен находит отличный фланг. Минус 3 в пользу команды красных. Джинкс может добрать для себя даже пинту, потому что квадрокилл уже есть. Осталось только Гвен, которую не бьют ее союзники. И это пентакилл для Джинкс. 26 счет на 31 минуте. Команда Spin to Win наспинила себе победу. И какая победа, еще и пентакиллом для Джинси, она заканчивается без особых трудностей, я бы так сказал. Команда Spin to Win все-таки находит свою игру, продолжает, наверное, играть в то, что они играли в первом противостоянии против Feeders First, и, как мы видим, это работает, есть проблемы и на мидлейне, и Джинкс не особо как-то контролирует, вследствие чего квадрокилл, пентакилл
и победа команды Spin to Win в первой игре, но рано. Рано списывать со счетов Feeders First, потому что в этот раз они выбирают сторону. Вполне возможно, что красная сторона сильно влияет на шансы на победу. И поэтому в следующем противостоянии, в следующей игре, команда Feeders First сможет отыграться. Но об этом мы узнаем после небольшой паузы. Далеко не уходите, не расходитесь. Как только начнется пик второй стадии, я вернусь к вам с игрой. Как с игрой? С пиками непосредственно. You can stand under my umbrella. Ella, Ella, ay, ay, ay. Under my umbrella. Ella, Ella, ay, ay, ay. Under my umbrella. Ella, Ella, ay, ay, ay. Under my umbrella. Ella, Ella.
Ну что ж, дамы и господа, первая игра, напомню, закончилась 1-0 в пользу команды Spin to Win. На красной стороне, благодаря отличному розыгрышу и реализации своего драфта, они, ну как бы, сделали свою работу. В целом, я думаю, что было какой-то степени повторения первой игры, которая еще в групповой стадии была, собственно, противостояние этих команд. Во второй игре у нас был выбор стороны от команды Feeders First, но они тоже выбрали себе синюю сторону. Соответственно, у нас команды остаются на тех же сторонах. И пик уже, стадия драфта в самом разгаре. Перейдем сразу же к ней, не будем каких-либо других предисловий иметь, правильно? Собственно, вот такая вот ситуация у нас происходит сейчас. Баны чуть-чуть изменились. Команда Feeders First вместо Зака забанила Зайру, что меня немножко удивляет. У команды Spin to Win же первые три бана точно такие же. В этот раз Feeders First решили забрать саппорта у оппонентов. То есть в прошлый раз они забрали Орна.
то в этот раз они забирают Милио. В ответ залетает Джинкс Лулу. Тоже весьма хорошая слово связочка под Джинксу. Да, не так хорошо, как с Милио, но весьма-весьма эффективно. Фидерс Фёрст отвечают Кугмау и с Карнером. Реворк с Карнера был достаточно давно, и уже устаканились пикрейты, так сказать, на нем не играют, потому что он новый, на нем только играют любители, вот. И в целом, насколько я там видел в чартах, его пикрейт поднялся там на 0,2% или что-то такое, то есть было 0,6, стало 0,8 после реворка, если сравнивать показатели обычные. В ответ залетает Зак. Зак, который в прошлый раз был в бане, который был также в первом пике команды Spin to Win, первый раз. Также Орн после второй стадии пережил ее, потому что Feeders First решили забанить и Ариану, и ЛБ. На обоих этих мидлейнерах мидлейнер команды Spin to Win себя чувствовал просто отлично. Я так понимаю, что в первой игре, что вот в нашей первой игре. Никаких либо проблем не испытывал. В ответ же убрали Йоне и Векс. Взлетает там Кенч. Видимо, Скарнер будет у нас не топовый, а лесной. Там Кенч же пойдет у нас на топ. И у нас Люкс. Люкс залетает на мидлейн для команды Feeders First. Я уже предчувствую все эти крики «Воссияй!» и прочие такие приколюхи. Очень-очень давно не видел этого персонажа. Очень-очень любил когда-то на ней играть. И у нас Тристана. Тристана для команды Spin to Win. Взлетает на уверенничах. Будет, конечно, безусловно, этот персонаж иметь некие проблемы против Люкс, но не на первых уровнях. Что весьма важно. С другой стороны, если удастся леснику команды Feeders First разик второй подловить Тристану на агрессии, то Тристане будет очень-очень неприятно. Потому что с шестого уровня словила кушку, отправилась на базу. Вот, при этом есть ешки, которые очень, от которых тяжело уворачиваться. Ну и опять же, как только Люкс достигнет определенного уровня насыщения, порой даже кушку не нужно ловить. Просто е ульт, и Тристана умирает. Как говорится, знали, знаем, практиковали, видели. На топ-лейне у нас получается противостояние там Кенча против Орна. Не совсем понимаю, почему Spin to Win приоритизирует именно этого персонажа, но, с другой стороны, несмотря на то, что Шен себя показал достаточно хорошо, много раз участвовал в каких-то драках в начале игры. Почти все, по-моему, ультимейты реализовывал, если не хорошо, не отлично, то хорошо. Вот. Но, с другой стороны, Орн, конечно, это и инициация более уверенная, что для Тристана и Зака, наверное, хорошая штука. Что линия более человая. Насколько мы помним, несмотря на то, что хорошо Шен драки какие-то инициировал, у Орна особо проблем не было, и ни разу он так и не умер от этого самого Шена. Вот, ну и, конечно же, не стоит со счетов сбрасывать улучшение предметов, которое в мид-лейт-гейме очень-очень хорошо бустанет команду. В целом, я думаю, можно еще обратить внимание на мид в контексте 1 на 1. То есть, да, безусловно, если Скарнер будет сейвить свою Люксу, то Тристане будет очень неприятно. Но, с другой стороны, если этого не произойдет, и при этом Люкс промажет какой-нибудь рандомной кушкой, Тристана просто прыгнет и скажет «Здравствуйте! Здравствуйте, давно не виделись!» То я боюсь, что мы можем увидеть повторение вчерашнего, предыдущей игры, где Люкс буквально приходит на линию, и если она не кидает способности на макс рейнже, то она умирает. Или почти умирает. Или тратит флэш. Короче, будет неприятно. Тем более есть Зак, который после пятого уровня Люкс
Без флеша вышла из-под вышни. Вышни. Вышки. Умерла. Вот неиронично абсолютно. Поэтому надо смотреть на реализацию. Опять же, хотя... Да. На топ-лейне Орн против Там Кинча. Ну, по сути, я подозреваю, что будет повторение предыдущего предыдущей игры. Конечно, у Там Кинча есть процентный урон. Ну и у Орна есть процентный урон. И у того достаточно высокая живучесть, выживаемость. В общем, ну опять будет, короче, типичный бой танков. Типичный бой танков на ботлейне у нас в этот раз трэша нету. Это Лулу плюс Милио противостояние. Я подозреваю, что у нас будет повторение предыдущей игры вновь. Да, Лулу может поискать какие-нибудь пауки под Джинксой, пробить достаточно неплохо оппонентов, но Милио плюс Когмао просто откидываются своими какашками и как бы все, что ты сделаешь, ты же дальше не пойдешь, там и замедление дофига, еще и отбросили тебя, и ты стоишь в этой луже, и как бы неприятно, и идти даже дальше тяжело. Да, можно сказать, что есть Зак, который может найти какой-нибудь бадабум, и под этот бадабум можно разыграть. Но посмотрим на реализацию. Все-таки в прошлой игре не сильно часто Маукай заходил на ботлейн. Пару попыточек было, но из-за того, как с его стояли оппоненты, как-либо эти попыточки во что-то превратить не удалось. Ну и стоит отметить, что в этот раз Джинкс будет более уязвима, потому что... С одной стороны, конечно, у Лулу есть лечение, ну, как лечение, увеличение максимального здоровья, есть щиточек. В отличие, ну, как Милио тоже хилер, но у Милио, насколько я помню, хил он такой со временем, а у Лулу мгновенный. Вот, но с другой стороны, нету Шена, если танки не будут справляться с фронтлейном, то будут проблемы. Но с другой стороны, как-то справляться с фронтлейном. Люкс просто рандомную кушку откинет, куе ульт. У Джинксы нету большого количества здоровья. Туда под этот ульт просто прилетает снизу Там Кинч через весь тимфайт. Или Кугмао просто артиллерию дает. И что ты будешь с этим делать? Как бы тяжело. Вот. И особенно если бы Кугмао пошел в АП. Было бы прям совсем веселумба. Но с другой стороны, помимо Джинкс в спин ту вин есть еще и керри Тристана. И если у нее будет все так же хорошо, как было у ЛБ в прошлой игре, то в целом, как говорится, отряд не заметит потерю бойца в случае, если Джинкс внезапно взорвется от Люкса. Главное, чтобы это не было, чтобы Кушка ловит Джинкс и Тристану на одной линии в радиусе Е, и как бы произойдет пук. Очень неприятный для команды красных. Но, опять же, слишком много факторов, которые должны сойтись, чтобы это все сработало. Что очень хорошо для команды Feeders First? Это наличие Когмаша. Когмаш, что Зака, что Орна, очень любят. Прям безумно. Особенно Орна. То есть, если Зак еще может напрячь, как-то допрыгнуть, бла-бла-бла, то Орн практически не имеет инструментов для того, чтобы доставить неудобства Когмау, особенно под Милио. И я боюсь, что если Spin to Win отпустят вражеского декерри, то могут быть огромные проблемы. Как мы помним, в прошлой игре как раз-таки Смолдер немножечко наклонил чашу весов. Да, этого не хватило. Да, в общей, так сказать, картине карты это была такая капля в море. Но, тем не менее, эта капля была сделана. Не стоит списывать это со счетов. Остаются буквально считанные минуты до начала игры. Могу вам сказать, что на данный момент уже, скорее всего, заканчивается вторая игра в серии Avito Enjoyers против NGT. Первую игру выиграли Avito Enjoyers со счетом 34-6. И в целом... Ну, кстати, тоже LeBlanc очень много работы сделала. Вот, не знаю, получится...
Получится ли у NGT отыграться, особенно учитывая, что у Авито Enjoyers вновь в пике ЛБ. Но игра, как говорится, продолжается, еще не закончилась, поэтому сложно что-либо прогнозировать. Напомню, что победитель этой и соседней серии проходит на LAN-финал, который будет 6 октября. Так сказать, офлайн-часть. А проигравший после окончания обеих серий будет играть против проигравшего соседней серии за третье место. Матч будет проходить на канале BCL07. Комментировать эту игру будет Endless. Очень хороший человек. Неиронично. А тем временем у нас начинается вторая потенциально решающая игра в нашей серии. Надо быстренько внести изменения в счет карты. И вот она, дамы и господа, на ваших экранах. Добро пожаловать в ущелье призывателей. Интересно, будет ли какой-нибудь инвейт на левел 1 в этот раз. Очень хотелось бы что-то такое увидеть. Тристана у нас с телепортом без игнайта, не так агрессивно будет играть, как на ЛБ. Ну, хотя играть, я думаю, будет агрессивно, но потенциала убить будет чуть-чуть поменьше. За счет этого самого отсутствия воспламенения. Инвейдить ни одна из команд не спешит. Ну, в целом оно им, наверное, и не надо. Но в этот раз оба лесника стартуют с верхней части карты, и вполне возможно, что мы увидим какие-нибудь замесы на ботлейне ближе к третьей минуте. Оба мидлейнера начинают запушивать пачку. Там Кенч в очень злостном скинле. Скине попадает языком по Орну. А вот Люк своей Ешечкой, к сожалению, для нее не достает. Приходит уже вторая пачка на мид. Будет ли у нас левел 2 врыв от Тристаны? Очень важный вопрос. Второй уровень есть. Тристана не летит на Люкс, потому что Люкс тоже второй уровень есть. А вот Орн взял уровень 2 чуть-чуть раньше, мог бы попробовать Ешечку сдать, но, скорее всего, это будет WQ прокачка у Орна. Да, так оно и есть. На ботлейне тоже немножечко поплевались друг друга персонажи, но благодаря щитам, благодаря лечению, особо никто ничего не чувствует. Все стоят вчетвером фловы. И игра у нас начинается очень спокойно. Так, а вот и заканчивается у нас спокойствие игры. Тристана, как только берет уровень 3, прыгает сразу же на Люкс, выбивает из нее практически все здоровье. Еще один такой прыжок, и это будет смерть для Азазеля. Тем более, что пачка сейчас баунсбэкнется. Да, Тристане сложно не пушить пачки из-за своей пассивки, но Люкс, если продолжит Ешки закидывать в миньонов оппонента, будут проблемы. Первый дракон у нас хикстековый. Как говорится, это все-таки не морской. Ну и как мы видим, Тристана даже не пытается какие-то баунсбеки делать, просто инста-пушит. А тем временем Скарнер выползает на ботлейн. Его сейчас заметили. Но Бур пошел, Бур разогнался, выбивает флеш из Джинксы. Выбивает флеш также из Лулу и хороший ганг, но теперь Зак будет мстить. Прыжок, выбивает флеш из Карнера, нужно подтянуть, подтягивает не того Кагмаша. Кагмашом это происходит. Кагмаш с флешом, Кагмаш с гастом, не сильно пугается, а тут у нас Тристана выбивает флеш из Азазеля.
наказала Завар за попытку его поставить. И теперь Люксе будет намного сложнее стоять эту линию. Особенно учитывая, что Зак может запрыгнуть. Так. Агрессивно играет сэр Михаил. Хочет попробовать убить Орна. Один на один буквально. Азазель тем временем на бутлейне также что-то сделал. Подброс есть. Еще мало здоровья остается у сэра Михаила. Нужно попасть языком, но промахивается. И благодаря чему выживает Рекласс Синер. А тем временем Зак забирает второго краба. Но зайти на жабу не получится. Трисан остается без здоровья, но практически Азазель умер. Там в одной ситуации, пока был замес на топ-лейне. Азазель получил еще одну гранату на лицо и почти взорвался от нее, но благо для мидлейнера и в целом синей команды этого не произошло. Но в итоге плюс 15 миньонов имеет Трисан над своим оппонентом. Закуп намного-намного вкуснее. И как будто бы можно продолжать агрессию в Азазеле. Ой-ой-ой, прям под ешку, точнее, прям под кушку Азазеля запрыгивает Тристана. Если бы секунду чуть-чуть буквально дольше подождала, вполне возможно, что Азазель в этой ситуации бы умер, потому что у Тристана уже есть ультимативная способность. Тем временем личинки бездны падают, а у нас Карнер находит хороший фланг по Джинксе, начинает разыгрывать. Хорошие кусаки ставит Джинкса, двоих игроков обездвиживает, но этого может не хватить, потому что залетает еще две автухи. Ларсик получает для себя убийство, первая кровь для команды синих, и это... размен, можно так сказать, личинок бездны на своего стрелка. Но бонусом команда синих еще и получит хикстекового дракона, что очень даже хорошо. Самое плохое для них в этой ситуации то, что Милио забирает первую кровь. Эти ниги намного полезнее были бы, что Кугмашу, что Скарнеру. Но, как говорится, убийство есть убийство. Так, полетел. Сэр Михаил. Попадает даже язычком сквозь миньонов своего оппонента. И несмотря на то, что начинался размен как будто бы в пользу Орна, сейчас у него ситуация не очень хорошая. Сэр Михаилу единственное, что 7 уровень бы добрать. Зак еще и ворует лес у оппонента. Сэр Михаил снова запрыгивает вперед. Орн промахивается своей кушкой. Попадает, правда, W. А можно здесь и отъехать. Какой ультимативная способность от там Кинча, гениальная, буквально отлично он это прожал, но может за это поплатиться, потому что есть второе сбивание, и кто же убьет кого? Рекласс Синер все-таки выигрывает эту неравную дуэль. Неравную, потому что в итоге он ее выиграл. Ой, еще и Зак своровал краба речного. Но какая же заруба у нас была на топ-лейне, я был неправ с тем, что это будет неинтересно, это прям... На лимитах оба игрока играют, там хватка смерти, хватка нежити, точнее, извиняюсь. Как говорится, у кого прокнет последним, тот и победил. И в этот раз побеждает Орн. Хорошее попадание после ультимативной W. И хватка нежити прокает и спасает ситуацию. Возможно, еще зарешало наличие поточек. Но счет у нас в итоге в партии 1-1. 1000 преимущества есть у красной команды. И несмотря на то, что игра достаточно долго разыгрывается, достаточно мало событий здесь происходит, все-таки пока что чаша весов склоняется в пользу команды Spin to Win. Ой-ой, как пробивает миньона сэр Михаил. Буквально вдоль миньона прошла способность. Прошел язык. Зак. Зак летит, Зак выбивает флеш из ретуш кровью. И
говорится, миссия его на этом выполнена, но тут есть Скарнер. Зак продолжает сидеть в кусте. Тристана также подходит. Люкс не смещается. Люкс боится подойти к миньонам, потому что не знает, где сидит Тристана. Команда синих. Вместе со Скарнером пробираются к Джинксе. Тем временем Зак и Тристана пробираются к Азазелю. У Азазеля есть флеш. Вполне возможно, что он здесь выживет. Тристана запрыгивает. Промахивается Азазель своей кнопочкой. Прыгает дальше Тристана. И это убийство для Lord of Speed. Даже Зак особо не потребовался. Ассиста даже не получил он. Но за счет того, что находился рядом, скорее всего, опыт какой-то лутанул. Хоть что-то. Встает у нас вторая пачка личинок бездны. Дракон у нас второй будет. Горный. Ой-ой. Был бы сейчас предмет у Люксы. Снова немножечко не повезло. Что Тристане, что Люксе. Тристане добить 2 миньонов и дать одну автуху по башне. Люксе миллиметра на ешку не хватило. Хотя у Тристана нету сапога, что забавно. И пока Тристана на базе, ее команда берет личинок бездны. Можно сказать, что ничему не учит опыт игроков красной команды, потому что в прошлый раз их за похожую ситуацию наказали. Что у них кто-то бэкнулся, саппорт, по-моему. И в итоге противники 4 в 3 драку навязали. Да, в итоге победителями вышла как раз таки команда Spin to Win, но факт неприятного положения был. И в этот раз он мог повториться, но синяя команда играют более сейвово, не хотят рисковать, и тем более, что саппорт не смещался, не хочет оставлять одного кугмаша, и, возможно, это правильное решение, потому что информации по тому, где... Подожди, по-моему, вся информация была. Вся информация была, но, тем не менее, оставлять одного не хочется, потому что Джинкс плюс Лулу могут задушить. Извиняюсь, мушку труну. В итоге первые предметы появляются на Тристане на Орне. Орн начинает стакать. Тристана, ну, не уверен, что... Хотя против там Кинча, против Скарнера как будто бы нормальный предмет, да. Покупает себе. Подвижная камера нам почему-то не возвращается в игру. Тристана в очередной раз запрыгивает по Азазелю. Прыгает еще раз. Ультимативная способность. И хватает урона Лофор Спиду. Ловер оф спиду, извиняюсь. Speed. Тем временем, правда, Скарнер заходит на бутлейн, пробивает Джинкс, но тут есть телепорт от Орна. Идет сразу же инициация, по ретушу с кровью пытаются разыграть, но уворачивается от всего как Мао. На развороте пытается хоть немножко пострелять, пролетает также на телепорте там Кенч. Все пока что живут, но там Кенча цепляют. Вынужден нажимать он свою ультимативную способность, извиняюсь, флэш. На развороте почти-почти умирает Зак, но у него было еще воскрешение. И несмотря на присутствие 8 игроков на бутлейне и достаточно низкого содержания здоровья практически у всех, никто не умер. Ни одного трупа. Так, Люкс с ультимейтом подходит. Можно попробовать состилить. Урона будет много. Ешка полетела. Так. Стилит. Стилит все-таки Скарнер дракона. Умирает сам за вот это вот все. И тем не менее... Два дракона для команды сильных есть. Как в прошлый раз, команде красных не получится закончить с душой. По крайней мере, на 30 какой-то там минуте, на 30-й, 31-й. Потому что души их, у них к тому моменту еще не будет. Тристана вообще не щадит башню на центральной линии. Ловит, правда, прокаст. Башня мертва. Еще Люкс может за это умереть, потому что слишком близко подошла в попытках ее задефать. Тристана прыгает еще раз на нее. Скарнер рядом, но Скарнеру не удается спасти, но при этом хорошо ловит Тристану, убивает ее в стенку. Тристана понимает, что, скорее всего, отсюда она никуда не уйдет. Пытается хоть что-то сделать. И Милио! Милио получает еще одно убийство, и это просто дизастер. Как же не везет в этой игре команде... Слева.
Все деньги с убийств у нас на саппорте. Это почти 1000. Которая могла бы быть лишней на Скарнере, тем самым дав ему возможность и жить больше, и наносить больше урона. Да, безусловно, саппортам тоже деньги как бы нужны. Это и на покупку вардов, и лучше будет какой-то сустейн для своей команды, больше утилити будут выдавать, но все-таки по приоритетности кому давать все-таки деньги, особенно в ситуациях, когда игрок 100% умрет, получилось не очень хорошо. Итого у нас 0-3. Ситуация на миду у команды синих. Минус 30 миньонов, еще и упавшая вышка до 14 минуты. Очень-очень толстая Тристана. И не совсем понятно, что с ней делать, потому что пока что, несмотря на то, что она умерла, убивать ее будет очень тяжело в дальнейшем. Есть у нас Герольд Бездны, на него уже прыгнул Зак, начинает его забирать. И контеста у нас не будет. Извиняюсь за небольшое молчание, были технические неполадки, и тем временем у нас умирает там Кенч, слышал ультимативную от Орна, видимо вместе с Тристанной зашел он на топ-лейн и похоронил жабку под своей вышкой, в смысле под вышкой оппонента, загулял немножечко, заоверэкстендил сэр Михаил. А тем временем у нас Карнер пытается поддушить ботлейн оппонента. Как мы видим, Кугмау практически бесплатно стреляет по башне. Но Зак прыгает вперед, пытается зацепить хоть кого-то, но ловит на развороте огромное количество урона. Сейчас должны его взрывать, есть ультимейт от Лулу. Тристана начинает стрелять, Кугмау без здоровья остается, по нему буквально два стрелка накидывают. Это смерть. Смерть от Кагмаша, Тристана прыгает еще и на Люкс. Люкс еще и флешается в сторону вражеской базы. Джинкс за ней бежит, есть замедление, но на развороте осторожно должно быть Джинкс играть. Ультимейт есть, но есть также щиточек. Есть щиточек у Лулу, благодаря чему Джинкс добирает практически убийство. Достается на Тристане, но тем не менее Джинкс выживает в этой ситуации. У нас размен 2 в 0 на ботлейне. Как же тяжело в этой игре будет Кагмау. Просто два стрелка оппонента с огромным рейнджом стрельбы. Да, Кок со своей W также стреляет не очень коротко, но Джинкс плюс Тристана в этом тиммейте просто с двух сторон, так сказать, с двух стволов бедного Кугмао зафокусили. И ничего его спасти не смогло. Хотя, если бы там Кенч был в этом файте, вполне возможно, что он бы смог вынести своего стрелка из этой ситуации, куда запрыгивает там Кенч. А тут сразу же начинается разгон барана, да, промахивается своим ультимейтом по там Кенчу Орну. Тут есть Зак, подброс номер раз, подброс номер два. И сэр Михаил получает большое количество урона. Люкс здесь, хорошую кьюшечку дает по двоим. Тристана начинает стрелять. Четвертая выстрел, и там Кенч отсюда никуда не уходит. Еще и можно попробовать подцепить Скарнера. Милео здесь, Когмау здесь, поэтому отходит красная команда. Джинкс слишком далеко. Драться без нее не хочется. Словили Тристану. Тристана не постеснялась прыгнуть вперед. Прыгает, убивает Джинкса, извиняюсь, Люкс. Еще и упрыгивает на флеше обратно. Когмау не удается достичь вражеского мидлейнера. В итоге еще и Орн также отсюда без каких-либо проблем уйдет. Слишком мало еще урона у Кугмау по танкам оппонента. Химтековая душа у нас в этой игре. Не везет команде Фидерс просто капец. Как? Самая худшая дешевая душа в игре, где у них через душу можно было бы камбэкнуть. Прилетает на телепорте Тристана, можно попробовать какую-нибудь инициацию поискать, но Зак решает не лететь. Будет ли у нас стил дракона, вот в чем вопрос. Нет, решает в этот раз не стилить, даже не подходить сюда, и химтекового дракона забирает для себя команда красных.
И с двумя стрелками, у которых на двоих 5 предметов, как бы, я не говорю, 4 предмета, а возможно через минуту будет уже 5, учитывая, что сейчас вышечка упадет на топ-лейне. Как будто бы можно и на Шорота забрать. На 20-й. Еще и Герольд присутствует в игре, напомню. На Заке висит. Как раз таки можно с Герольдом и на Шором попробовать игру даже закончить под ускорением Джинкс. Телепорт сдает Азазель на нижнюю башню, а это как будто бы сигнал. Сигнал к тому, что красная команда может стягиваться и забирать бесплатно практически на Шора. Потому что Люксе бежать туда будет слишком тяжело, но приходит почему-то Зак на ботлейн. Видимо, не хотят рисковать. Еще и Герольд ставится. Так, а тут у нас хорошая инициация от Скарнера по джинксе. Очень много урона по ней проходит. Цепляет ультимейтом и умирает Пинкви. Да, такими темпами убить на Шора не получится. Еще медовую башню, скорее всего, отдадут команда красных. Герольд тем временем умирает, хотя у нас идет контринициация. Зак пытался залететь, но Скарнер не дал ему это сделать. Распрыгивается по всем Зак, пытается спасти своего адекерри сэр Михаила. Адекерри в безопасности начинает на развороте стрелять. Зак умирает уже благодаря хорошему прокасту от Джинксы, но Тристана ассасинирует, буквально убивает вражеского стрелка. Тем не менее, на развороте ее за это наказывают. Лулу также подцепили, вынужден нажимать на флеш. И лишь Орн и Лулу живут, пытаются сюда выйти. Орн флешается через стенку. За ним летит там Кенч, будет пытаться добивать оппонента. Промахивается, правда, язычком, а тут Лулу. Лулу тоже пытается спасти своего топ-лейнера и все-таки выживает Орн. Неплохой камбэк от команды синих. Размен 2 в 1, также можно еще вышку немножко погрызть. Но решает сильно не расслабляться. Отходят. Два убийства получает для себя Люкс. Догоняет вражеского стрелка по деньгам и даже в своей команде выходит на первое место. Вполне возможно, что в дальнейшем Люкс будет более опасным оппонентом для врагов. Потому что у нее 2000 на руках. И если никакого АП резиста не будет ни у Тристаны, ни у Джинкс, то с прокастика можно так-то и улетать. Но все-таки решают забрать на Шора для себя команда красных. А вот команда синих без там Кинча будет драться, потому что он телепорт сдал на нижнюю башенку. Уходят? Странное решение от команды красных. Решают замедлить немножечко игру, хотя все кнопочки были. Еще и Метавр отдают вместе с баунти на нем. Минута до дракона, но драконы в этой игре уже ничего решать, скорее всего, не будут. Если она, конечно, не затянется до минуты 50-й. Снова стягиваются к Нашору команда красных. Чистят варды. Тристана будет пытаться заассасинировать вышечку, но за это можно поплатиться, потому что рядом почти вся команда оппонентов. Орн находит двух игроков. Подброс идет по троим. Очень в опасной позиции находится Люкс. Ее буквально стирает два танка. Даже ни один из стрелков не сделал выстрела по ней. Выбивает флеш из Кугмау. Но тут у нас Тристан. Отличный фланг находит. Выкидывает Кугмау к своей команде. Буквально с двух стволов снова его расстреливают. Отсюда никуда не уйдет. Также Скарнер. От один там Кенчу прыгнуть пытался. Но не удалось ему это сделать. Последнюю секунду ему сбросили. Это самый прыжок. Еще и Эмилио умирает. По итогу это 5 в 0 эйс для команды Spin to Win, и как будто бы шансы, которые начинали зарождаться у команды слева, в секунду растворяются. Азазель покидает игру. Неужто это surrender? Нет, это disconnect. Это disconnect. Сейчас Люкс будет переподключаться. Небольшая пауза на подождать.
Ну, а тем временем, возможно, команда... Точнее, вторая серия доигралась уже. Да, все так. В соседней серии команда Avito Enjoyers 2-0 выиграла своего оппонента. Чем мы их поздравляем. Переходят они в финал Авито Киберкапа. Сайберкапа. А команда NGT дожидается проигравшего этой серии для того, чтобы сразиться с ним за третье место. Пауза отжимается, и напомню, что у нас произошел эйс, 5-0 размен. И команда красных забирает для себя еще и Нашора. Небольшой послепаузный пролог закончился, команда синих потихонечку воскрешается, а вот команда красных думает, как же им эту игру заканчивать, потому что, ну, как будто бы дожидаться драконов, вот эта душа опять сколлекционировать, идея хоть и интересная, но не сильно этого хочется делать, как будто бы. 15 минут лишних играть, когда у вас уже преимущество 8000. Тем не менее, Джинкс подходит к дракону. И будет его сейчас грызть. Непонятное что-то происходит на карте, но пока это происходит, Рисана подходит к вышке на топ-лейне. Т2 буквально за одну автуху падает. Извиняюсь. И нужно как-то реагировать. Вся синяя команда стягивается, чтобы наказать Рисану за столь агрессивные действия. Тем временем красные идут наконец-то брать дракона. Рисану пытается зацепить люкс, и это практически получается. Возле пяточки пролетает Кухан. А Скарнер будет стилить. Скарнер готов. Скарнер готов. Выбивает ультимейт из Орна, Скарнер запрыгивает. Получится ли у него это сделать? Не получается, к сожалению. Чуть-чуть. Хотел сказать промазать, но Скарнер не нажал свой смайт. И в итоге еще и отдает убийство. Люкс. Ой, как много Тристана урона наносит по серому Михаилу. Вот и тот самый прокаст от Люксы буквально стерла. Стерла стрелка оппонента. Мидлейнера, можно так его назвать. Чуть-чуть завтычила Тристана. Не отшагнула в момент стрельбы. Даже не совтычила. Можно сказать, что это ультимейт этого сера Михаила так сработал. Мини-подброс сделал. Ой-ой-ой, Скарнер пытался с ультимейта, в смысле, с флеша сыграть по Джинксе, но Джинкс готова была. Отфлешалась заранее. И в итоге Орн Т3 вышечку на боте размял. На этом агрессия немножечко подуспокоится. Команды красных, но барон Баф все еще держится. А, нет, уже не держится. Уже не держится, уже он закончился. 2 минуты прошло, и нужно что-то думать. В принципе, в прошлый раз и без барон Бафа они смогли сделать всякую всячину. Навязать драку, снести мид, насколько я помню. Вполне возможно, что и в этот раз у них все получится, потому что есть Тристан на 16 уровне с уже 4 предметами и настаканной пассивкой. Есть Джинкс,
Так, Трисана снова выходит в танки инча. Смотрите, как много урона просто с прокаста, ну, прям вообще шансов не оставляет. Оно, конечно, и неудивительно, у танки инча вот только-только появился второй предмет, у Трисана уже 4. И разница по уровню была 2. Но сам факт. Так, Орн хочет найти инициацию, подбрасывает Милио. Подбрасывает Скарнера, в своей Ешке не достает ни до кого. Зак также зацепить никого не получается. А вот Зака зацепили, закинули под вышку. Люкс. Люкс хочет искать флаг. Зак пытается. Нет, Тристана снова умирает от Люксы. Какая неудачная... Неудачный прыжок. А почему неудачный, спросите вы? Потому что посмотрите на здоровье Люксы. Там, наверное, осталось меньше 100. Буквально одной автухи не хватило Тристане для того, чтобы реализовать эту инициацию. Так, кстати, еще и словила кушку на развороте, тем самым под агр вышки переключился на нее и произошла смерть. Очень-очень не повезло. Но, с другой стороны, не всем понятно, почему заходили через мид, когда ботлейн уже открыт и можно было зайти просто снять ингибитор, но имеем, что имеем. В этот раз у нас Люкс пытается не отдать игру. Второй раз уже убивает Тристану, получает большое количество денег и Уже хватает урона для того, чтобы вражеского стрелка сильно напрягать. Кстати, о вражеском стрелке ловят Джинкс. Пытается ее спасти Лулу, но понимает, что из этой ситуации уже, как говорится, спасти невозможно. Умирает здесь Джинкс. Получает убийство там Кенч и расклеиваются, что ли, команда справа. Но, как говорится, сильно расстраиваться не стоит. Все-таки встанет Джинкс до появления Нашора. Успеет даже до него добраться. И вот с этим Нашором уже как будто бы можно будет игру попробовать заканчивать. На Тристану охотятся. В целом любого персонажа команды синих с Люксой в ренже ультимейта хватит, чтобы убить Тристану. Но, как мы видим, вся команда красных не готова контестить этого Нашора. Поэтому Тристана остается буквально 1 в 5. Ой, как не везет немножечко Скарнеру. Он не дотягивается на ультимейтом. Еще и Тристана хороший ультимейт откидывает свой. Тем самым выигрывая себе еще парочку миллиметров. Благодаря чему не удается наказать за загуливание мидлейнера команды красных. И Нашор все-таки будет делаться. Ультимативным способностью своей не стилит объект Люкс. Тем не менее, почти убивает Лулу. Выбивает из нее ультимативную способность. Люкс получает... Джинс получает ускорение. Стреляет по Милли. Очень много урона по нему наносит. Умирает Милли. Но, правда, тем временем Кугмао находит убийство по вражескому саппорту. На своем госте пытался убежать. Но от Тристаны с прыжочками не убежишь. Это трипл килл от Тристаны. Сверху одно убийство от Джинкс. 15-4 мидлейнер. И, несмотря на то, что там Кенч вроде как живой, Орн на нем сидит очень крепко и вряд ли его отсюда отпустят. Есть кушечка, есть ешечка, есть вышечка, автушечка, но был счет у Сера Михаила. Тем не менее, башня этого там кинча падает. И несмотря на то, что сам он выжил, о его команде и его базе такого, к сожалению, для него сказать нельзя. 32-я минута со счетом 23-9. Команда Spin to Win со счетом 2-0 закрывает серию и проходит в финал, который будет, напомню, 6 октября на LAN-арене, с чем мы их и поздравляем. А команду Feeders First призываем не расстраиваться, не опускать руки, как минимум, потому что еще одна серия против команды NGT BO3 за третье место. По регламенту я должен с вам буду вернуться совсем скоро с интервью с победителем. Сейчас узнаю, готов ли какой-либо игрок из команды Spin to Win поприсутствовать на нем. Если да, вернусь игроком. Если нет, вернусь сам и скажу прощальные слова. Никуда не переключайтесь. It's just you and me.
disco, some fun like one of a kind, girl, till morning's here. When opinions start to guide us, we won't let them define us. No, we'll play it by ear. And I know that you're shy, but we can clown around tonight. You know the circus leaves now when it's on. Dance until it's clown booms. Nobody's stopping our groove. That's good. Ну что, дамы и господа, возвращаюсь я к вам с игроком команды Spin to Win, Reckless Sinner, кто был на топ-лейне. Привет. Привет, привет. Ну что, какие твои вообще ощущения после победы? В целом, не сказал бы, что
Большое количество проблем доставили вам оппоненты, но были моменты, когда вы как немножечко как будто бы заигрывались, и в эти моменты были какие-то проблемы в коммуникации, или было ли какое-то напряжение, связанное с этим? Ну, напряжение скорее было до этих моментов, потому что пытались, ну, что-то сделать, как-то сыграть, ну, какие-то разыгровки, поймать кого-то, то есть навязать где-то свою игру. Иногда это получалось, иногда не получалось, но если не получалось, то больше скорее думали, что делать дальше, обсуждали, ну, старались не зацикливаться на том, что, ну, уже произошло, то есть, а что, как бы, какие наши дальнейшие действия, шаги, то есть, там, как играть, там, по объектам, куда смещаться и так далее. Поэтому каких-то именно тяжких ситуаций в коммуникации уже, ну, в тяжелых моментах не было, в остальном, как бы, ну, старались как, играть, показывать свою игру. В целом получалось. Неожиданным для вас было забирание Орна в первой игре? Не особо, мы это планировали, вот, в принципе, было чем ответить, и было так же, то есть, ну, там, старта, как, что дальше пикать, как разыгрывать, поэтому, ну, я не особо боялся, то, что, ну, как бы заберут там Орна. Как бы знаю персонажа, знаю матчапы, вот. Единственное то, что, возможно, доставлялись проблемы в, ну, в тимфайтах, но это уже зависит, то есть, от всего исхода командной игры, от того, как сам, собственно, игрок реализует персонажа. То есть, ну, дать хороший ультимейт и ворваться, вот, если это получается, то да. То есть, если мы на это как-то реагируем и сами навязываем какую-то свою игру, то проблем не возникало, вот. И в целом, ну, лайн тоже такой получился среднестабильный, не то чтобы я там супер хотел убить, ну, конечно, пытался, но в целом больше было смещение у нас на бот, и, ну, смещение имеется в виду у оппонентов, поэтому тоже там, например, там был Зершен тоже под это, чтобы как-то немножко подсейвить от Икери. Вот. В целом все шло так, как мы и задумывали. Признавайся, сильно чесались пальчики нажимать флеш на добивание Орна? Потому что было пару моментов, когда, как казалось бы, что он уходит там на прям совсем минимальном количестве здоровья, да, фишки нету, а добить-то... Да не особо. Да, не, я понимаю, мне кажется, что я бы его, наверное, не добивал, а в какие-то моменты тоже не было вижена и боялся то, что там, например, придет лесник. И вот один раз это, собственно, случилось, когда я, ну, закоммитился где-то там уже под тавером, пришел лесник, меня забрали. Вот было не очень приятно. Вот таких ситуаций хочется, ну, стараешься избегать, поэтому, собственно, и не олынешься на добивание, когда ты там, ну, не уверен, там, процентов на 90, ну, вот такое тоже случается. Так что, наверное, нет. Хотелось больше как-то сейфово, то есть там уже, чтобы выйти в, ну, на равных командных сражениях, там, не отдавать какой-то там случай случайный килл, вот, себе был уверен. Поэтому, ну, старался, наверное, больше сейфово. В общем, ты не тот игрок, который видит красное и идет, несмотря ни на какие... Ну, нужно как бы там знать, понимать свои ресурсы, лимиты, то есть, ну, на этом, ну, очень много строится, то есть, что там, как, ну, как ты там условно прожмешь кнопки, то есть, там, можешь ли ты там заулыниться, там, ну, либо еще что-то сделать, то есть, там, и тайминги при этом также знать, там, скиллов оппонента тоже, ну, саммонерок, то есть, это все нужно просчитывать, и уже на основе этого решение скорее принимается, а может или не может, вот. И... Вообще, готовились к этой серии достаточно долго, или вы такие... Но мы в первый раз выиграли их, и в целом можем пользоваться тем же самым, и вроде как должны справиться. Ну, готовились не то чтобы долго, ну, мы уже как бы и, то есть, вчера играли примерно, ну, то есть, посмотрели, как, собственно, играют обе команды. Ну, естественно, то есть, на какие-то именно обсуждения, подготовку каких-то там драфтов время потратили. В целом, ну, считаю, что это довольно было полезно, потому что плюс-минус все то, что мы, ну, предиктили, это как бы, собственно, и было. Вот. Единственное, что, наверное, последняя игра, конечно, то есть там тоже неожиданные такие пики. Там, например, то есть там Кагмав, там Кенч. Вот. То есть там и в тимфайтах это все тоже было показано. То есть, ну, в плане защиты от Экерри, то есть и саппорт, там и топер. То есть, ну, старались. И довольно успешно это было в какие-то моменты. То есть, ну, убить было тяжеловато, проблематично. Поэтому, наверное, вот самая последняя игра, это был такой, наверное, самый для нас неожиданный драфт. И уже вот под него там приходилось как-то адаптироваться. Нам в остальном, в целом, все то, что мы думали, и было, поэтому как-то, ну, не то чтобы сильно, наверное, готовились,
в плане каких-то именно игр, вот, больше скорее на то, чтобы продумать, ну, стратегии, драфты. Вот на это больше было, мне кажется. Изменится ли градус вашей подготовки к следующему оппоненту, ведь он уже известен? Ну, там, конечно, ребята серьезные, это, ну, не будем как бы отрицать. Подготовиться, конечно, подготовимся, постараемся показать хорошую игру, вот, попробуем, ну, заимпровиться максимально, насколько сможем, до финалов, вот, чтобы блистать во всей красе, так сказать, вот, а победит, ну, соответственно, сильнейший. К сожалению, у чата вопросов каких-либо, так сказать, спросить не получится. Во-первых, он только для фолловеров, во-вторых, задержка 2 минуты на стриме. Но если у тебя есть какое-нибудь слово, которое ты бы хотел сказать, там, передать приветы или что-то в эфир вбросить, там, не знаю, кинуть вызов вражескому топеру, который, с которым встретишься на финале, что-то такое. Да, ну, такого, наверное, нет, такого, наверное, не буду, если мы уже встретимся и встретимся. Ну, надеюсь просто на хорошую, красивую игру. Вот, передаю привет своей команде, вот, за то, что отыграла на уровне. Вот, очень приятно, как бы, ну, с ребятами играть. Привет всем также, кто меня смотрел, потому что я знаю, что есть люди, которые меня смотрят. Немножко неожиданно было тоже в какой-то момент, что там была трансляция, ссылочка, поэтому, собственно, не грех этим воспользоваться, так сказать. Вот. В целом, наверное, все. На этом будем прощаться. С вами был Reckless Sinner, топ-лейнер команды... Ой, включился, что ли? Нет, не включился, извиняюсь, у меня пропало. Топ-лейнер команды Spin to Win, и вы сможете проследить за его командой 6 октября на LAN-финале. Как бы... Вот. На этом, дамы и господа, я буду также с вами прощаться. Перед концом трансляции напомню, что это вообще было. Что это за... Как бы... Что тут вообще происходило-то, блин? А происходил у нас турнир Авито Киберкап. Боже мой, потерялся в окнах. Эх, такое бывает. Понял. Авито Киберкап 2024, который ежегодный турнир, который проводится для всех сотрудников Авито. В этом году у нас 5 киберспортивных дисциплин, 4 командные, это Dota, CS, Лига Легенд и Valorant, и одна индивидуальная Hearthstone Battlegrounds. Лучшие игроки сразятся, и уже, да, получается, даже лучшие игроки по нашей дисциплине определены, и они сразятся в офлайн формате на одной из лучших киберспортивных арен страны за титул чемпионов Авито, и кроме того, победители будут представлять компанию на LCB 2024. Вполне возможно, если от Авито поедет две команды, то команда Spin to Win уже попала. Вот. Ну а в целом Авито — это лидирующая онлайн-платформа для коммерции в России. Вот уже более 15 лет Авито растет, развивается, помогая миллионам людей совершать выгодные сделки по всей стране. С вами был я, Артем Берест. Смотрите Лигу Легенд, болейте за ваших любимых игроков, за ваших друзей, знакомых, родственников, просто за даже соперников тоже можно поболеть. И не пропускайте игры. Если вам интересно, чем же закончится путешествие команды Feeders First в 24-м, в сезоне 24-го года Киберкап от Авито, переходите на BCL07 канал, где для вас... Матч за третье место будет комментировать Endless. Пока.